страшные, голодные годы вспоминаются с ужасом, с тоской, со слезами, ликуя и плача. Сердце зовет и удивляется стойкости собственной души, ее возможностям, силе подвига ленинградцев. Про других, про отдельные эпизоды, как работала фабрика или как рыли окопы и ставили противотанковые надолбы, пожалуйста, но только не про свою жизнь. Мы просили именно про это, про себя, про свои переживания. В конце концов, они соглашались, за исключением, может, двух или трех человек. Может быть, некоторые рассказывали не все. Иногда они щадили нас, иногда они боялись за себя. Погружаться в прошлое было мучительно. Рассказывая, плакали, умолкали, не в силах справиться с собою. После этих рассказов некоторые долго не могли успокоиться. Они боялись вернуться в блокадный город, в свою заиндевелую квартиру, в которой человек у себя на кровати замерзал, как в степи. Мы настаивали с жестокостью, которая нам самим была тягостна и даже стыдна. Мы просили, ссылаясь на историю, на новые поколения, которым надо знать все, как было. Втайне нас мучили сомнения, стоит ли, для чего снова спустя десятилетия вытаскивать из забвения немыслимые муки и унизительные страдания человеческие. Разве кому-нибудь поможет это? Рассказав нам и про голод, про госпиталь, где она работала, и про эвакуацию, Галина Евгеньевна Экман-Криман закончила так. Не хочется к этому возвращаться, забывать не надо, да и не забудется никогда, но все-таки